Более 140 предпринимателей и представителей международных бизнес-ассоциаций собрались в Пекине на саммите в рамках глобальной кампании «Инвестируй в Китай». Эта встреча положила начало серии мероприятий, призванных привлечь в Поднебесную зарубежный капитал. Их организует в этом году Министерство коммерции КНР. В ходе саммита состоялись специальные сессии по вопросам оптимизации платежных услуг и трансграничного потока данных. Участники мероприятия отметили, что смогли лучше разобраться в обновленном законодательстве КНР благодаря комментариям, которые дали представители профильных ведомств. Эти разъяснения стали дополнительным стимулом для долгосрочных инвестиций в китайскую экономику.